назовем его так, V2, наверное, вот так пока версия. Вот, мощный мотор, то есть ширина у него магнитов 45 миллиметров. Вот, ось 16 на 10. И самое интересное, что этот мотор у нас влезает в дропауты 135 миллиметров. Ну, естественно, что мотор задний. Вот, вот с этой стороны у него 6 болтов крепления. Тут у него резьба под фривил. Ну, я вот сюда поставил диск, сейчас накрутил, чтобы нам можно было снять скорость. Вот датчик магнитный. И вот это самое. И мы будем сейчас видеть скорость, сколько оборотов будет на этом моторе. Тут я подключил амперметр, чтобы видно будет, сколько потребления. И скоростной датчик. Вот тест. Значит, первое, что я хочу, это уже к нам приходят, скажем там, такие вопросы. Есть ли рекуперация у данного мотора? Вот. Я сейчас подключу лампочку. Лампочка 12-вольтовая от автомобиля. Вот, Дмитрий, наверное, нам сейчас крутанет моторчик. Вот. И мы вот сейчас посмотрим. Ну вот. То есть это говорит о том, что у этого контроллера есть прямая рекуперация на батарейке. То есть если мы будем ехать с горы, вот, то у нас будет заряжаться батарея. Вот такой у нас прямой, то есть это все шло через вот этот контролер. Так, ну оставляем лампочку в покое, подключаем 24 вольта напряжение. Вот 24 вольта, включаем систему и поехали. А, включили, сейчас включили. Вот мы стартуем и прекращаем движение. Вот. Это говорит о том, что идет отсечка по нижнему напряжению. То есть от 24 вольт, от гелевых аккумуляторов, ну, движение начинать на этом моторе с этим контролером нельзя. То есть это нижний предел, где-то он вот на 26, на 25,4 отключает отсечка по нижнему напряжению, чтобы не разрядить аккумулятор. Значит, мы снимаем тест. И переходим на следующий, на 36-вольтовый тест. Раз, два, три. Вот, вот у нас 36 вольт батарейка. Вот. И мы сейчас вот сюда будем смотреть на эти индикаторы. Значит, что еще интересного можно сказать вот, про этот девайс? Вместе с контролером поставляется вот такая ручка газа. Она бывает половиночка, бывает целая. Ну, такая подмотоциклетная. Что самое интересное, тут есть трехдиапазонный тумблер. Значит, в среднем положении это максимальная скорость, в этом минимальная, в этом средняя. То есть можно так сказать, что это Low Medium Boost. То есть Eco, Normal, и это Boost. То есть вот в таком положении, вот в последнее время довольно привычным словосочетанием, можно как бы характеризовать эту штуку. Но это вот включение-выключение, как бы обычно. То есть мы сейчас вот включаем, и на 36 вольт мы сейчас в бусте будем как бы пробовать. Да, снимаем его. А, давайте включим его. Производили тест на 36, сейчас переключаем на 48, ставим тест на 48 вольт и на кнопке boost, вот на самый большой, делаем тест на 48, смотрим амперы и скорость. Какая у нас скорость там?
57 километров в час. 57 километров в час. Вот, значит, на этом контролёре, как бы, у нас мы уже дальше не поедем, потому что он до 60 вольт. Мы возьмем другой контролер, который нам позволит, видите, 56-90 вольт на 60 ампер. То есть мы дальше тесты будем проводить на точно таком же контролере, только на более большом напряжении, который как бы позволяет работать себе. Вот мы сейчас поменяли контролер, у нас контролер стал 56-90 вольт. Вот. И вот интересный тоже момент. Вот, она стоит сейчас на 48. Вот, и я пробую стартовать. И он не стартует на этом напряжении. То есть тут примерно 50 вольт, на контроле 56. Ну, может, действительно идет отсечка. То есть сейчас мы подключаем дополнительную банку. Вот, и тест у нас уже пойдет на 60 вольт. Дальше больше, круче будет. Мы сейчас сделаем тест. Вот такой огромнейший. На 72 вольта. То есть мы скоро попытаемся просто взлететь отсюда. Тестируем в среднем положении на бусте. Все, поехали. Рекорд на данный момент. Вот, меняем его в табличку на 84 вольта. Вот, это как бы в номинальном положении. То есть если мы сейчас замерим, у нас будет примерно 88-90 вольт на этой батарее. Это свинцовая дельта батарея HR1234, 9 амперные. Вот, по заводскому заряжены примерно там 12,4 вольта. Вот сейчас, на данный момент. Ну, поехали. Прошу любить и жаловать, новый движочек V2, скажем так, собственной персоной. Отличный движок для обычных дропаутов на 135 миллиметров.